Москве 26 марта в районе 71-го километра МКАД двое мужчин на автомобиле «Лада Гранта» на ходу открыли двери машины, грубо нарушали ПДД и подвергали опасности жизни и здоровья других участников движения. На видео видно, как тонированная и заниженная в пол «Лада» катит по кольцевой, обе передние двери у нее открыты, а из салона громко звучит лезгинка. Вдобавок пассажир еще и положил ногу на дверь, чтобы она не закрылась. В этот же день водитель и пассажир были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Водителя и пассажира доставили в ОМВД России по району Биберево, где в отношении них составили 7 административных материалов, в том числе за управление неисправным автомобилем, отсутствие ОСАГО, уклонение от исполнения административного наказания, нарушение правил пользования внешними световыми приборами и езду с непристегнутым ремнем безопасности. Автомобиль был задержан и перемещен на спецстоянку. Ранее судим? Нет. В Москве давно? Нет, 5 месяцев. 5 месяцев? А чем занимаешься? Работал, сейчас завтра тоже буду. А в связи с чем задержан? И кем? С мелким хулиганством. Ну что конкретно? Вас кто задержал и где? Не знаю, ОМОН кто это? МКАДе. На МКАДе? В машине? Да. Это сотрудники ГИБДД вас задержали, да? Да. А ты был за рулем или пассажир? Пассажир. А за рулем кто был? Друг. Друг? Да. Откуда ты его знаешь? Знакомый. Знакомый, да? А что произошло? Ты как можешь объяснить? Зачем? Почему вас задержали? Ехали на культуру, вызывали ей. А в Москве давно? 1,5 года. Чем занимаетесь? Инстаграмом. Что? Соцсети. Развиваю соцсети. А заработок какой? Откуда? Тоже соцсети? Нет, пассивный доход. А почему вас задержали и кто? Нас задержали сотрудники полиции. ГИБДД конкретно? Сотрудники ГИБДД? Я не разбираюсь в этом. Еще у вас тонировка была, да, на машине? Да. А модель машины какая? Лада Грант. После задержания мужчины извинились на камеру, попросив прощения у участников движения и сотрудников полиции за свое неуважительное отношение и за то, что открывали двери, громко слушали свою национальную музыку и вели себя недостойно. Мы просим прощения за свое неуважительное отношение до участникам дорожного движения и за то, что мы открывали двери, громко слушали свою национальную музыку и вели себя недостойно. И просим прощения у граждан города Москва и полиции, и Росгвардии. Впредь такого больше не повторится. Извиняюсь перед всеми участниками дорожного движения и перед сотрудниками полиции. Тонировку я снял и обязуюсь восстановить машину полностью в заводской вид.